осматриваем. Колеса наши. И они у нас целые, нигде порезов нету. Смотрим на крепление колеса. Все болты натянуты. Нигде у нас ничего не ослабло. После того, как мы запустим, мы еще спустимся вниз и убедимся, что он, уровень находится между ними. Наша сервисная машина оборудована специальными ящиками, отделениями, контейнерами, слесарным, стропами, кувалды, шприцы, смазка. Ну и с той стороны у нас тоже. Также у нас есть все необходимое оборудование для проведения диагностик, компьютер, всевозможные кабели, шнуры, полевой сервис, не стационарный, как у нас, а полевой. То есть здесь есть все необходимое. Также оборудование, сами можете видеть, все использованные инструменты, всевозможные, для проведения качественного обслуживания нашей техники. Находимся на линии ТО, где проводится техническое обслуживание автомобилей, замена масел, смазка автомобиля. Этот аппарат предназначен для смазки. То есть смазывается автомобиль. Это заправка гидравлических масел. Это подключение пневмоинструмента. Это трансмиссионное масло. Моторное масло.